анонс и точки выхода 13 серии турецкого сериала «Бахар». 13 серия сериала выйдет в эфир 21 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Бахар сталкивается с Тимуром и Ренджином. После этого серьезного противостояния она включается в волонтерскую работу в больнице, планируя шаги, которые она предпримет для своей новой жизни. Все члены больницы фонда «Пирана» отправляются на волонтерскую работу в деревню Шавкли. День, проведенный в деревне, оказывается для всех неожиданным. Урынгин, которая не может смириться с желанием Тимура помириться с Бахар, другие планы на Бахар. 13 серия сериала будет в эфир 21 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.